Обращаем внимание, что для того, чтобы сотрудники ФАС могли видеть компоненты вашего портфолио, необходимо настроить разрешение на публикацию данных. Для этого в личном кабинете ФРМР в профиле медицинского работника нажмите на кнопку «Настройки». Откроется окно «Настройки отображения». В столбце «Открытый портал» поставьте галочки «Основные данные» и «Образование». Нажмите «Сохранить». В разделе «Образовательная часть портфолио» в блоке «Сведения с портала НМФО» переведите ползунок в правое положение. Затем нажмите кнопку «Обновить данные». Есть вопрос? Оставляйте его в комментариях. А если вам нужна помощь с аккредитацией, повышением квалификации или профпереподготовкой, то обращайтесь в учебный центр «Медстандарт.Проф». Для зрителей нашего канала действуют скидки. Подробности в закрепленном комментарии.